Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Пишу ни Шрёдеру, ни Колю. Пишу, Владимир, вам опять. Сначала я молчать хотела, как это принято в ЕС. Но я на саммит прилетела, и с новой силой интерес в моей душе вы разбудили. С китайским лидером вдвоем вы просто мимо проходили. И сразу вспомнила я дом. Ведь мы когда-то рядом жили, в той старой доброй ГДР, где вы, советский офицер, достойно родине служили. Владимир, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Тогда в Германии, о боже, ценились добрые дела. Теперь не то, судьба нелепа, весь мир становится Алеппо. Из немца делают слугу. Без одобрения госдепа я шагу сделать не могу. Они ведут за каждым слежку, не исключение и я. Вчера опять стащили флешку, где фотка голая моя. В Москве звонят куранты, а к нам в наш тихий городок барак прислал толпу мигрантов. И лучше выдумать не мог. Вчера была такая сценка. Зашла я пиво выпить в бар, а там гуляет Порошенко. Ах, как ужасен перегар! И я не радуюсь тому, что весь мир для канцлера открыт. Я посетила бы Алушту, но в Крым Люфтганза не летит. Ах, нас опять судьба разводит. Mein russisch Zar, ich liebe dich. А эти санкции, Володя, они рук дело не моих. Я помню чудные мгновенья, когда в пылу высоких встреч в Брюсселе, в Лондоне и Вене лишь я могла ваш взгляд привлечь. А нынче съехались, голубки, будить в мужчинах аппетит. Тереза Мэй в короткой юбке, туда же Клинтон норовит. Как все закручено, как сложно, политика такая жесть. А счастье было так возможно. Кончаю. Страшно перечесть. Любви все возрасты покорны, все страны, люди, времена. Я безответно влюблена, конечно, в вас. Но так позорно, что я Обаме отдана. Верна. Хотя уж осень наступила, близка ты выборов пора. Уйдет Обама со двора, он правил штатами уныло. Уж надо знать ему и честь, но кто за ним придет, Бог весть. Не дай Господь супруга Билла.